Всем привет! Ну что, сегодня у нас будет прокачка тест первого героя с грубой силы. Это будет у нас Фрея. Мы качнем, сольем друида, который, в принципе, мне пока не нужен. И прокачаем вместо него нового героя. Так, где наша льдышка? Вот, льдышка есть. Сейчас мы сюда уберем нашего друида. Вот такое вот с воодушевлением. 12-12. Так. Все, вроде не задействовано. Побежали сливать. Улучшить навык. Так. Вот этот друид использовать. Окей. Есть. Идем, открываем Фрею. Ресурсов у нас уже хватает на прокачку любого героя. Так, 19 штук. Так, открыли. Ну, грубая сила. Ну, давайте сразу паролим что-то интересное. Ослабление. Давайте. Вот каменка выпала. Неплохо. Тоже пока оставим. Потом потестируем. Так. Грубая сила. Улучшить. Есть. Обмен славы. Ну, кулачков у нас теперь хватает на прокачку тоже. Можно ни в чем себе не отказывать. За пару часов. Так, вот такая она у нас нулевого уровня. Что, сразу качаем и максималку. Окей. Вот 12-12, первый уровень, 8-8, грубая сила. Давайте сейчас вместо Фрэнки поставим, ради интереса пойдем потестируем. Ну, давайте, ангел. Посмотрим, что она вообще будет делать. Так, понятно. Попытаемся найти расстановку без стрелка. Вот, есть расстановочка без стрелка. Ну, смотрим урон. 13. Ну, как видите. Ну, уже 50 тысяч даже проскакивает урон. Жесть просто. Так, ладненько. Ставим обратно героев. Можно Афинку поставить. Пусть Афина такая стоит. Ну что, идем ее улучшать. Так, сливаем все эти книги, они нам, в принципе, не нужны. У нас очень много паков с книгами, только место занимают. Так, 161. Я вчера еще, кстати, паролил немножко, это уже я сливал значки почета, у меня ушли в потолок. 9000 было. То есть мне не было уже куда, просто значки почета, я бы и дальше ролил. Камней немножко подролили. Чуток. Вон. Коробочки. Ну, коробочки вы видели. Руны тоже повылазило до хренища. Смена таланта. Что такое? Ну, карт нафармил до хрена. Вот этих вот пакетов опыта. Сейчас мы будем ими прокачивать, чтобы не сливать самые топовые книги. Мы сейчас по Бырику прокачаем.
Придется кликером фармить книги. Так. Плохо, что ограничение стоит 5 миллионов значков на аккаунте. Это тоже очень неудобно. Некуда их девать. А за сутки ты в этом максимум, по-моему, 4 миллиона можете слить. Около 4. Так. Ну давай, 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 давай. Окей, так, немножко пооткрывали, идем качать ее дальше. Ну, как видите, сколько книг влили. Семьдесят вторая. Так, ладненько, давайте не будем тоже заморачиваться, делаем вот так. Так, надо добить и сделаем уже первую эволюцию, потестируем, посмотрим, какие у нас изменения уже будут на первой эво. Так, усовершенствовать. Окей. Эволюция. Да, акция, конечно, пират просто, просто мега, мега крутая. Так, Жалко, что битва гильдии, так бы быстрее зафармили, но ничего не поделаешь. Сейчас мы ее поставим в топор для того, чтобы она чаще критовала. И по идее у нее будет очень-очень крутой дамаг. Сейчас мы сделаем вот так вот. Оп. Нам все равно значки почета эти очень быстро капают. Так, есть. Побежали дальше. Че я парюсь, действительно. На китайке я бы так, честно говоря, не делал. Потому что на китайке мне надо до хренища. Так, нам надо также просветы сейчас вкачивать. Сейчас мы руну еще поставим. Пока будем тестировать в рейдах. Так, вместо кого? Вместо Фрэнки давайте поставим. Так.
Делаем ход конем. Не хочу я это все долго фармить. Блин, как неудобно во время битвы гильдии фармить что-то. Как оно все напрягает. Нам нужно 71 уровень ей сделать. Хотя бы. Это сейчас быстро, в принципе, будет. Вот побольше бы таких. Как хорошо на вражеской фрейе зависать. Так, есть. Еще надо, маловато маны. Вот мана рядом есть, хранилище. Сразу отсюда будем нападать. Так, минуса нашего слили. Бигфут, включайся. Окей. Так, а рунами мы что ей поставим? Поставим бог войны, в принципе, они не самые топовые по урону. Ну ладно, поставим бог войны. Так, есть. Ставим нашу фрейю. Побежали тестить в рейдах, посмотрим, что получилось вообще с нее. Так, ну. Стрелка нету, нету. Окей. Жесть, как она останется, конечно. Так, смотрим. Ух ты, как она черепа там жестко, 137 тысяч. Что-то вообще очень жестко. Блин, надо было снизу просто выпускать. Так, вот есть, смотрим. Да она их просто ваншотит, 271 тысяча. И, ребята, это не крит был. Это без всяких бафов, смотрите, просто... Просто жесть. Вот вам грубая сила. Плюс БВ. Так, ну-ка тут. Тут у нас стрелок есть, ну попробуем. Может, она будет стрелка долбить первым. Так, выражая на подхил. Ну что, кого она там бьет, кого-то или нет? Вот она начала. Все, стрелок пропал. Смотрим дальше. 263, 198. Ну, не критует что-то пока. 470. Просто жесть. Так, еще. Хочу еще теста. Так, смотрим. Да просто стрелка в вторую эволюцию. Смотрите, что она делает. Она их просто ваншотит. Офигеть. Это жесть. Ну давай, Анубис.
Нереально. Это всего лишь первая эволюция. Я в шоке. Так, смотрим. Ворожай дает хил. Ну. Включайся уже. Какой-то контуженный. Так, окей. Делаем оживление. Давайте в подземочках посмотрим. В жестоком. Не знаю, конечно, что мы сейчас тут на тесте. 385 тысяч. Это просто жесть. Она с одной тычки без всяких бафов там их сливает. Два? Сколько? 3 миллиона, ребят. 3 миллиона. Я хренею. Первая эволюция. 3 ляма. Это пиздец. Это просто пиздец. Грубая сила дает 70, но увеличивается урон. Крита. Просто жесть. Так, ну что, поехали делать вторую эволюцию. Не, 15 нам уровней не надо, нам надо плюс 5. 4, 5. Окей. Эволюционировать. Карточки. 3 книжечки. Успех. Вот она у нас уже. Уже просто огонь. Смотрим вторую эволюцию. 18 тысяч. А, она по Фрейе бьет вражеское там ограничение. Ну-ка. Опять Фрейя вражеская. Так, ну у нас тут жизни маловато. Давайте качать ее. Все, 10-я звезда есть. Потом я уже отдельно книжечками дофармлю до 200 уровня. Ну, поехали смотреть, что у нас сейчас в рейде будет получаться. 330 тысяч. Это просто жесть. Давай, ворожай под хил. Смотрим. Да, она их просто убивает. Стычки. Смотрите, 430. Я офигею. Ну, сейчас ману у него хоть стырим. Да, ребята, это пипец. Грубая сила, конечно, просто жесть. Идем повторно тестировать. Смотрим. Тут просто герои уже пропадают. Сейчас посмотрим на дракона. 1 800 000. Миллион просто обычно. 4 миллиона. Офигеть. 4 ляма. Это не в потолок прокачано еще. 4 ляма. Я офигею. Что тут делается? Так, надо ей подхила немножко. 5,5 лямов. А стыковка это вообще будет жесть. Она просто тут 7 лямов. Пиздец. А что будет с тыквой? Она их просто с плюшки снесет, что ли? 9 миллионов. Вот это да. Как против нее выстоять?
Я, честно говоря, в шоке. Так дамажить, это просто жесть. Просто пипец. А ну-ка идем, мне тут алтарь оставил. Так, лабиринте мы сейчас ее тоже запустим. Посмотрим. Так. Создать команду. Убрать. Это просто пипец. Я в шоке. Что она делает? Да, она там их просто... Ни хрена не видно толком. Надо героев одеть все-таки. Ладно, давайте просто посмотрим на нее в лабиринте. Создать команду. Блин, такой дамаг. Это просто жесть. Вот это самый топовый дамагер сейчас. Так, немножко. Немножко не то. Ну, ладно, мы потом обновимся. Вот так вот. Атака. Смотрим. Вот тут ее, блин, сливают. Создать команду. Давайте. Надо какого-то танка кинуть. Ну, давайте вот так сделаем. Там хоть дух поможет. Так, смотрим урон. Вот вертолетики. Так, есть. Да блин, тут просто ваншотит. Вообще нереально что-то увидеть. Не знаю, это жесть. Грубая сила, конечно, это очередной дисбаланс в игре. Давайте в рейдах посмотрим. Вот стрелок есть, давайте попробуем вот тут. Видите, жизни мало. Вот что значит мало жизни. Почему ей баст все-таки лучше? Ну, блин, такой дамаг выдавать. Смотрим. Да ну нафиг, она просто их стычки. Пропал, пропал. 800. 800 не критом. Да это ж... Я хрен его знает. Под разгоном, конечно, тут будет вообще пипец полный. Тут слабенькие герои. 215 изначально. Все. Так как только она пару их выпускает. Вот сейчас будет жара. Да нереально, просто нереально. Такой урон реально никто не отобьет. Так, по ком будем бить? Кого-то заваншотили. Смотрите на стрелка. Вражеский стрелок. Вот сейчас, кстати, интересно. Хранителя. Сейчас она ворожея. Просто дедшотит с одного удара. Все. Это жесть. Да. Конечно. Очень круто. Ничего не скажешь. Я в шоке. Вот это, конечно, герои.
Ну, посмотрим на домах. Давайте еще зайдем на арену. Уберем с бастионом, поставим эту. О, ну бас есть. Сейчас пусть только ее зарядят. Блин, так не подтестишь. Давайте на это. О, по центру. Смотрим, на кого сейчас попадем. Вот Анубиса она бьет. Но Анубис дебаф дает. Так, не прокатит. Ладно, это надо тестировать на начальной арене, смотреть урон. Давайте экспедиция. Ну не знаю, это просто жесть. Грубая сила — это нечто. Вот такие вот у нас тут есть. Типа крутые 128, 141, 200 уже. Это у нас только один. Не дадут ей зарядиться сейчас. Сейчас попробуем побыстрее, чтобы было все, чтобы сразу выпускало. Вот есть вертолетик один пошел. Стрелка заваншотил. 295 тысяч. Я не знаю, у меня герои в рейде... Точнее, и в рейде, и на подземках такого еще не делали. А тем более в экспедиции. Посмотрите, что в экспедиции она сделала. Какой-то нереальный дисбалансовый герой получается. Давайте в забытую еще пойдем потестим. Создать команду. Так, вот тут у меня Фрея. Убрать. Вот хранитель будет, Седна еще есть. Давайте эту Фрею поставим. Может попадем? А, вот против такой же. Так. Да она там дамажит просто их с одного удара. Я офигею. Я не знаю, какие там криты пролетают, но это жесть. Я в шоке. Сейчас еще потестим. Действительно, имбовый талант, имбовый герой. Слили нас. А, это вторую пачку нашу слили. Ёпта. Вот это я нубас. Так, ну нам кулачки по сути-то не особо нужны. Так, давайте вот тут посмотрим. Ну, конечно, пачка не очень. Просто изи. Ребята, я не знаю, это просто жесть. Будем тестировать ее, конечно, на битве гильдии, возможно, потестирую против топов. Там будет такой, думаю, урон под буферами, что просто жесть. Сливает всех. Всех и вся. Это действительно имбовый герой, имбовый талант. Вот смотрите, там нас заблочили, вся фигня. А, ее даже слили. Жесть. Все, смотрите, теперь еще один имбовый герой. Чик. Подстава жесткая.
И все, это свидание. Резнули дерево, дерево резнуло еще всех остальных, кто не дореснул. Интересная, кстати, пачка. Ой, там тыковка против нас. А у нас герои с доспехами, с огненной защитой. Вот Дрейк, кстати, с огненной защитой. Кто хотел, если хотите увидеть обзор на него, пишите в комменты. Тоже очень интересная сборочка. Ну, давайте уже добивайте Анубиса этого. В общем, ребята, это просто... просто пипец. А не герой. Ну, на сегодня он самый актуальный. Даже переплюнула ворожая от Фрея. Шок. Конечно, с таким дамагом ничего не страшно. Так, ну тут мы затащим однозначно. То, что она делает по земле, давайте вот это попробуем против Анубиса. Может, там что-то топовое. Жесть. Тык-тык-тык, и все, и никого нету. Здесь еще баф от Хрона идет. Я даже не знаю, какой там урон. Я уже ее потестирую отдельно, когда не будет битвы гильдий. Тогда можно будет ее заценить. Ну а пока это просто урон. Так, ну-ка. Давайте еще раз подземки посмотрим на этот урон. Я просто в шоке. Так, без бафера. Ни один герой еще такого дамага. 4,5 миллиона. 4,36. Или это мне показалось, или там действительно было... 7 миллионов, 7,8 миллионов. 7 миллионов урон. Вы представляете этот урон? А что будет под бафами, когда тыква даже просто разгонит на максималку? Плюс купидон, плюс хранитель. Это жесть. Просто сову тащит. Ставите в кубок еще, чтобы она себя подхилила. Рунами, утеками можно. И все, она всех этих мест просто сливает. Какой-то нереальный просто герой. Ладно, вот такая вот, ребята, сборочка. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Но это просто жесть. Максимальная сборка на урон. Вот вам огонь просто. Я в шоке. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репостики. Всем пока.